Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, и Его время пришло. Эта программа будет посвящена книге Откровения, той драгоценной жемчужине, которая венчает все Слово Божие, тому пророчеству, которое открывает нам самого Иисуса Христа во всей Его силе и славе, красоте и величии, открывает Его с разных сторон, как Агнца и как Льва, как Искупителя всего творения и как праведного Судью, грядущего судить этот мир. И несмотря на то, что на первый взгляд книга Откровения кажется очень страшной из-за тех судов мира сего, которые в ней описаны, вся она наполнена Божьей любовью. Потому что это пророчество показывает совершение всего Божьего плана спасения. Потому что, как говорил Иисус, нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих. Также сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это пророчество показывает конечную цель, достигнутую Агнцем, Иисусом Христом на кресте. Цель эта – спасение, совершенное Царство Его со всеми спасенными и вечная жизнь. Жизнь без болезней и смертей, жизнь без зла и без войн, жизнь полная радости, свободы, любви, божественной мудрости, жизнь во свете Его. Ведь не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И это будущее стало возможно только благодаря Ему, Иисусу Христу, потому что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Иисусу Христу, который отдал свою жизнь, взяв на себя грех мира. Он искупил все грехи человеческие одной совершенной жертвой. Как Агнец Иисус был принесен на заклане. И совсем не зря 28 раз в Откровении Иисус Христос назван Агнцем. Потому что если бы не было Агнца, то не было бы и спасения. Если бы не было Агнца, то не было бы и надежды. И сегодня пришло время, описанное в Откровении, как период Его второго пришествия. Мы много раз говорили в прошлых программах о том, что пророческое видение, показанное Иоанну и записанное им, разделено на два основных этапа. Что есть это время Церкви и что будет после сего? Именно сегодня мы стоим на границе или на разделе этих двух этапов пророчества. Что есть это время Церкви, как время благодати или лето Господнее благоприятное, которое подошло к концу. Этап, что будет после сего, это день мщения Бога нашего. Это время второго пришествия Иисуса Христа, время Его судов. Потому что, как сказано, Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Сын Божий грядет, чтобы судить мир. Ведь Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения. Во второй раз Он явится за ожидающими Его воспасения и для суда над этим миром. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Время Церкви окончится восхищением всех, кто во Христе, уже умерших и еще живых сегодня. Это грандиозное и единственное в своем роде событие за всю историю существования человечества разделит мир на до и после. Так же, как смерть Иисуса Христа на этапе завершения 4000 лет разделила мир на до и после, так и восхищение всех, кто во Христе, которое произойдет за 7 лет до окончания 6000 лет творения,
разделит историю мира на до и после. Потому что после этого события начнутся Божьи суды, день Господень, день гнева или день мщения Бога нашего. И сегодня только это событие удерживает мир от полного срыва в пропасть. Восхищение изменит все. Все события с этого момента станут видимыми и очевидными. Все описанное в пророчестве, начиная с 4 главы, начнет осуществляться и проявляться, станет явным. И Иисус говорит, что как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Основной смысл этих слов в том, что пока Ной, найденный праведным пред Богом, его семейство не вошли в ковчег, Божьи суды не начались. Люди жили своей обычной жизнью до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Так и сегодня люди будут жить обычной жизнью до того дня, когда верные, любящие и готовые, найденные Богом праведными пред Ним. И я верю, что и дом их будут восхищены и сокрыты Богом, пока открытые двери на небо не закроются. Подобно тому, как сам Бог закрыл двери ковчега, так закроет Он и дверь на небо за всеми восхищенными. Как Он, имеющий ключ Давидов, ключ в свое царство, в Новый Иерусалим, и говорит в Откровении: «Я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Кто во Христе, тот в ковчеге. Кто подготовил духовный ковчег для спасения дома своего, будет восхищен. Кто не поверил Господу и спит сегодня крепким духовным сном, будет оставлен на земле». Это произойдет во мгновение ока. И когда это произойдет, к этому невозможно будет подготовиться. Готовые войдут, и двери затворятся. Именно сегодня это долгожданное событие может произойти в любой момент, в любой день и час. И мы должны бодрствовать и быть готовыми, как предупреждает Иисус. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». А если мы бодрствуем и ожидаем в терпении, то видим, что время Его пришло. В прошлой программе я попытался показать необычное явление. Летящие огоньки, свечение в углу комнаты и меняющий свою яркость светильник. Явление, которое оказалось заснятым в программе от 2 декабря, которое называлось «Господь грядет». Продолжаем ожидать в терпении. Я думаю, что сам Господь подкрепил нас и ободрил, показав частичку своей бесконечной славы. Чтобы мы не теряли своей бдительности и веры и смотрели только на Него сегодня. Это было так чудесно. Видя сегодня все события, происходящие в мире, каждый день может стать исполнением нашей мечты. Каждый день может стать долгожданным моментом нашей встречи с Господом, с Творцом и Спасителем, с нашим любимым женихом Иисусом Христом. Ни через месяц, ни через полгода, ни через год или годы, сегодня Его время пришло. И мир близок, подошел к черте, за которой будет жуткое время. Ной, получив откровение от Бога, строил свой ковчег долгое время. Но только за 7 дней до потопа Господь сказал ему о времени вхождения в ковчег и о времени начала его судов. И сегодня Господь говорит нам и показывает через многие признаки, что Его время пришло, чтобы мы были готовы, чтобы светильники наши горели и чресла наши были припоясаны, чтобы мы видели, что мир стоит у черты Божьих судов, а любящие и ожидающие на пороге восхищения. Кто во Христе, тот в ковчеге. Кто живет им и в Его любви, а не этим миром, тот готов. Кто стремится к Нему, кто ждет и верит, что совсем скоро увидит Его и Царство Его, тот готов. Кто возлюбил явление Его, тот готов. Иисус сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Господь возвращается за ожидающими Его во спасение.
Иисус говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Я не согласен с такой концепцией, о которой многие говорят сегодня, что если какое-то ожидаемое время восхищения проходит, то потом это может произойти только через какое-то время. Осень прошла, значит, теперь только весной. Это неправильно. Тот, кто бодрствует и ожидает на всякое время, сподобится избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Это состояние любящего и ожидающего сердца. Важно постоянство и терпение. Сам Господь наполняет нас этой верой и дает эту надежду и силы ожидать и верить. Если мы наполнены Духом Его, то просто не можем жить по-другому. Важна любовь и жажда встречи, важна готовность к внезапному пришествию, чтобы, придя внезапно, не нашел нас спящими. Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, говорит Иисус. А Павел призывает: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Мы не колеблемся, но стоим в вере, в бодрствовании и ожидании». И книга Откровения называет блаженными тех, кто соблюдает написанное в ней, кто верит и ждет, кто призывает нашего Господа: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» И я верю, что самое главное в книге Откровения для нас, любящих и ожидающих Господа, всех, кто, как и Он, не от мира, это первые 5 глав, которые показывают время Церкви и восхищение всех, кто во Христе. Потому что все, что написано дальше, начиная с 6 и по 19 главу, касается этого мира и живущих этим миром, касается неготовых и оставленных христиан, касается народа Израиля, который примет Иешуа только в это бедственное время для Иакова, ну и всех, кто не принял любви истины для своего спасения, которые будут осуждены. Это время Божьих судов. И в это время те, кто во Христе, будут восхищены и посажены на престолах, как и обещал Иисус, и будут принимать участие в этих Божьих судах. И книга Откровения показывает осуждение и падение этого мира, названного Великим Вавилоном, и достижение Божьей цели, той цели, ради которой Иисус был распят на кресте. Цель эта – искупление творения для вечной жизни. 3 раза Писание провозглашает «совершилось». Сначала так говорит сам Иисус на кресте, в момент своей смерти. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив голову, предал дух. 2 раз об этом сказано в Откровении, когда завершаются все суды над этим миром. 7 ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий «совершилось». И 3 раз в Откровении так сказано при наступлении совершенного Царства Господа. «И сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“. И сказал мне: „Совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном“. Все, ради чего Иисус претерпел мучение и смерть, совершится. И совершится вскоре, потому что время его второго пришествия наступает.
Как же хочется, чтобы та цель, которая была достигнута и Иисусом Христом на кресте совершилась. Как же хочется, чтобы искупленное Его кровью творение было освобождено от власти смерти и тления. Как же хочется, чтобы Иисус Христос, Иешуа ха-Машиах, истинный Мессия, принял всю предназначенную Ему силу и власть и воцарился. Я верю, что уже к 7-му тысячелетию эта цель будет достигнута. И с этого момента настанет полнота времен, когда все небесное и земное соединится под главою Христом, когда небеса спустятся на землю. И сегодня, в конце 2022 года, время нашей встречи с Иисусом Христом пришло, потому что 2000 лет от времени распятия Иисуса Христа в 29 году первого века исполнится в конце 2029 года. Но сюда включается и 7 лет Божьих судов, описанных в книге Откровения. Поэтому именно конец 2022 года может стать временем начала Его судов и временем восхищения всех, кто во Христе, умерших и живых. И ничего из записанного в Откровении, начиная с 6 главы, не произойдет, пока не произойдет восхищение. В Откровении Иисус говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Такими словами оканчивается вся книга Откровения, показывающая нам, всем рабам Иисуса Христа, то, чему надлежит быть вскоре. И все мы, соблюдающие написанное в ней, блаженны. Будьте благословенны, мои братья и сестры во Христе, единые со мной в духе, любящие и ожидающие Иисуса Христа, потому что Его время пришло, и время нашей встречи с Ним пришло. И любой из этих дней декабря может стать для нас долгожданным исполнением ожидаемого и желаемого. Господь грядет, и вся слава только Ему. Маранафа! Не переставайте ждать Его и верить. До встречи!